Гудаури, параплан. Привет, сосед Алексей. У меня сосед Алексей в Крыму на горе Волошина летает. Он парапланерист сам. Серьезно? Да. Парень из Крыма тоже. Я Анатолий. Да, Паршинцев. Паршинцев. Вы знакомы? Да. Лицо мы знаем. Так, и что я должен делать теперь с этим? Ничего, просто. Что-то подташнивать немножко. Я понял. Подташнивать. Надо так. Просто. Да, просто.